شعر چترال سرور این تو سو نیسا شعر ترال لمر اچلی بلوقسا شعر مولی خفور دکنیل کرد نیوا آلم زور زود اوتی بوونو ننیسا شعر بورد ایل اوری کشیخت اوتیسا شعر نید دیل معر ارشناخ او چیسا شعر جول دکرور جور جورسا هر نل تن ملوکسا چن نل پربوسا دک نیختونو باقا زقنو قواننا اسوش شیو داقا زیقا او چیننا دون مقا قمول بور چین قبواننا چچلولی باقا مور تاقا او چیننا دک آت ایدونو با بلای او چیننا دولاقو مشیو چین قول قدننا یال غصه دک نیو ننی پیکریل دو اقیهان بیتننا دیشش قدننا دون متبو مانن ارون و بننا لو مرد شیو دونن قین مال بننا تترت لیهننا ارملوت ات ایو قداردن اون اریخ زون زول چن نبوخ قچه زلتون دورن قچه موسیگو قچه غربه تیری بلو الجنگو جیوم از رخ بوش لی خرکت ای زنن لکوینی خمچو وی خوب گل چردو دک نیا قبوکی بودل شروو مرگ اجن می سونی غلغت اتورتی دول ارچ شیو لرک سر گین نول چن نوو میتکی سورت دی ات لی تورت دین کدید لی Çeviri ve Altyazı M.K.
خبرتوني وبنادوني علي سنوالو لرجلنا وجينا لجيمور بكني جيمتو يا خبرتوني وبنادوني علي سنوالو لرجلنا وجينا لجيمور بكني جيمتو يا خبرتوني Спасибо, спасибо, дорогие. Тут вот еще есть привет с Ахушинского района. Мой тоже большой поклон и салам всему Ахушинскому району. Жандирхаб, Кудирхаб. Дорогие друзья, продолжая наш мажлис. Дальше. Это вы с кем так по телефону? Вон нынче молодежь пошла, да? Все. Дорогие дагестанцы, это около уже, ну, почти 22 года, как я живу в Стамбуле. У меня часто спрашиваешь, что ты там занимаешься? Вот я хочу сказать, помимо песен, я очень свою профессию люблю, ну, почти уже 5 лет возглавляю платформу диалога Российской Федерации и Турции, которое было учреждено по личному указу президента Российской Федерации Путина. Платформа диалога Российской Федерации и Турции, она координирует действия всей диаспоры Российской Федерации за рубежом. Оно было учреждено с целью укрепления социальных, культурных и экономических отношений между Российской Федерацией и Турцией. Как сказал наш президент, вы, деятели искусства культуры, являетесь мягким кулаком внешней политики Российской Федерации. То есть мы по-своему лоббируем наши нацинтересы за пределами России. Посему, исходя из этого, указом нашего президента и премьер-министра Турции Эрдогана в этом году был учрежден фонд Юнус Эмре в Москве и Институт Пушкина в Анкаре. Целью является сближение наших дружеских соседских стран. Турции больше кавказцев живут, чем здесь на Кавказе. И кавказское население Турции – это элитный слой. Среди них даже когда-то были начальники генштабов. На сегодняшний день около 65 депутатов Милли Меджлиса, национального парламента, это именно выходцы с Северного Кавказа. То есть там они на нас смотрят, как на аталар, как они говорят. Это наши прародители там хотят восстановить эти отношения. Ну, уже мир понял, что бомбами, пистолетами, грубой физической силой вы уже ничего не сделаете. Надо сердца людей завоевывать. Поэтому, исходя из этого, был такая номинация президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля. Были собраны все деятели культуры со всего тюркского мира. Больше, по-моему, 40 стран. Я, несмотря что я как бы полностью Россию, сказал, что я на сей раз буду представлять свой Дагестан. Были из Чечни, из других северокавказских республик, из Татарстана, с Якутии, с Башкортостана, со всего тюркского мира. Итогом, чтобы не затягивать, итогом вот этой номинации было выбрано 10 деятелей культуры под названием «Тюркестанын йылдызлары», «Звезды Тюркестана», куда попал и я, ваш покорный слуга. Представляю Дагестан. Это я не потому, чтобы хвастнуться, много у меня этих всяких и прочих званий, это просто относится именно к Дагестану. Далее, номинацией ваш покорный слуга из этих 10 человек был выбран Солнцем
так скажем, Тюркестана, что президент Турции Абдуллах Гюль сказал: «Солнце Тюркестана взошло на небе Дагестана». Посему вот номинацией я вот хочу показать. Это не моя заслуга, это ваша заслуга. И итогом опроса всего турецкого, так скажем, народа, 77 миллионов, ваш покорный слуга также был в 2013 году избран деятелем культуры Турецкой Республики 2013 года. Это ваша заслуга, не моя. Я всего-навсего там спел песню на лакском языке. Жюль Вемур, Жюль Вежиплюбу. Поэтому это ваша заслуга. Несмотря, я просто хотел сказать, что в Турции очень много дагестанцев. С ними надо восстанавливать связи. С ними надо, они, так скажем, имеющие большие возможности. Посему, исходя из этого, сегодня в нашем зале также присутствует наш гость из Стамбула. Это Кая Кампулат. Кая Кампулат одновременно является председателем Центрального комитета партии национального единения. Он также является председателем Ассоциации российско-турецких бизнесменов. Также является представителем всех северокавказских авиалиний в Турции. Кая Бей, нерде? Gösterin kendinizi. Ha, Kaya Kampulat, вот он там, скромный. Он сам абхазец, мама осетинка, но делает все, чтобы наш Дагестан там был представлен на уровне. И он, и его супруга Нина Кампулат. Один пример я вам скажу. Прилетел наш дагестанский самолет в Стамбул. Там, как всегда, какие-то непонятки были. Турецкие власти наложили руку. И если бы не содействие Кая Кампулат и его супруги, этот самолет на следующий день оттуда не поднялся бы. И по всем средствам массовой информации показывали, а нас и так любят, не так печатать там. Поэтому благодаря именно личным связям и его личным, так скажем, деньгам, он сделал так, чтобы этот самолет на следующий день взлетел оттуда, были найдены вот эти технические неполадки, и мы не дали, то есть они не дали, чтобы в средства массовой информации попала негативная информация о Республике Дагестан Российской Федерации. Это его личная заслуга. Далее, об этом я лично докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, вследствие чего министр иностранных дел Лавров лично поблагодарил его и его супругу. Поэтому sevgili Kaya abi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin adına bana verdiği yetkiye, bu yaptığı güzellikler, Rusya-Türkiye ilişkilerine kazandığı ivmeye seni bütün halk adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Dağıstan, Türkiye, Rusya hep beraber, hep birlikte olacağız. Bu ilişkileri güçlendireceğiz. Ну и, конечно же, возвращаясь к турецкой теме, к теме Yunus Emre. Это был, как его называют, поэт всех времен, шейхи мешаюхюль азам Юнус Эмре Хазретлери. Как он сказал, севелим севилелим, полюби, полюбят. То есть полюби ты, и тебя полюбят. Человек, который любящий, он вынужден, чтобы его тоже любили. Только любовь, только уважение, взаимоуважение на сегодняшний день может какие-то дела делать. И чтобы перевести его духовное наследие на русский язык, опять же, в межправительственных вот этих соглашениях, мне опять же помогает наша российская поэтесса, это наша дагестанка Миясет Муслимова. «Мои очи словно ночи, мое сердце словно солнце, в них живет любовь, как ангел, поклоняющийся Богу». Севелим, севилелим, Юнус Эмре. Полюби, полюбят. Ну, раз столько теплых слов сказали о Турции, несколько слов тоже надо сказать, ну, о нашей родине, России. Вообще, если так, в двух словах, вот, обычно бывает, объясните, очень много конференций в университетах,
так скажем, неправительственных организациях. Везде приходится выступать и объяснять вообще, кто мы, что, потому что в плане пиара, ну не все, как говорится, у нас на месте с Россией. Я всегда говорю, у нас Россия очень загадочная страна. Она настолько загадочная, что даже великий Пушкин сказал, умом Россию не понять. Да, ее до сих пор никто не понял. Или как сказал Салтыков-Щедрин, разбудите меня через 100 лет и спросите, чем занимаются на Руси. Пьют и воруют. Но кое-кто, конечно, у нас еще ворует, как сказал наш президент. Или же, как сказал Никита Хрущев, Акуля, ты же не Атуля шьешь, а ничего, кума, я еще пороть будем. Шили-шили, распороли огромную страну. Теперь пытаются распороть и то, что у нас осталось, но ничего ни у кого не выйдет. Потому что всегда найдется такой гигант, как Расул Гамзатов, который скажет тем, которые где кричат «Россия для этих, Москва для этих», который скажет «Добровольно мы в Россию не входили, добровольно выходить и не собираемся». Это Дагестан. А вообще-то Россию можно объяснить очень просто. Просто песней. Очи черные. И не надо ничего объяснять. Очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас, я в недобрый час. Скатерть белая залита вином, все гусары спят непробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Иди ко мне, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься. Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуем. Утешительна мне судьба моя, все, что лучшего в жизни Бог дал мне, жертву отдам я огневым глазам. Жгучие, очень страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Я недобрый час. Как люблю я вас, как...
Кохаюсь я вас, знать увидел вас. Я в недобрый час, я в недобрый час, я в недобрый час. Больше этих, больше черных надо спеть для пияра. Вы на словах, Антон, кстати. Наверное, не зря про всегда про глаза. Вот много песен пишут, потому что глаза – это зеркало души. Да, зеркало души. Эту песню тоже я, будучи очень маленьким, услышал у себя в родном ауле. А Фабину синять была у нас, наяркая работала. Тоже давно в аварии умерла. Вот первый раз на нашей ходить и баюнека нету. Чириса Сачуна. Вот так оно мне запало в душу. Вот то, что если что-то у меня есть, чего-то я стою, это все, что у меня вот со своего аула. Со своего аула. Люхиеруй Аматру. Я мимо хохамавиту, ничего. Люх, короче, Афавиву жюля-шараваса синиатур белей учинчаюра. Изву гуляйбуру. Ha, ünlü benden, ünlü benden, Çankalı'da. Deniz. Hoba! A где наши руки? Hop, hop, hop! Maşallah! Женский тамада хорошо работает сегодня. Охой, люхиару вилидарию, бахваляхва буманинау, люхиару вилидарию, бахваляхва. خمه خلو یا دول چردوی ادو دمیتی دول یارو الی مسکی دی بود دخزا هبا خمه خلو یه دول چاری دوی ادو نبیتی دول یه رو
Шуна дани бучин. И я цахавар тигу бусабио. Валлахи, если не расскажу, лопну. Это тоже было... Это прочитай меня. Тоже в детстве. Мама уехала на повышение курсов в Институт усовершенствования учителей Махачкалу. Все хозяйство, корову фиалку, анакию, эжерту, индушкерту, ету, гаттара, туйрак арифтурни. Я, наверное, был в классе тоже где-то в 6-7. Но, видать, у меня такое заостренное это чувство было, как бэвэшарда дакпашиву кокэкэндуван. Тоже это где-то к идиэму, к идиэ. За мной тоже присматривала апавиву туле хиннидэдэ, чахушар. Я что сделал? Тогда такое время было. Кэрхэлэ ни свет ни заря встал. Геймархалагу бичоу. Дюмме нева лаклей, нева бутлей, нева хилей, нева дитибаклей, нева кучубулей, нева куклей купер бувау. Знаете, да, что такое купер? Кизяк. Ну, молодежь не знает, они кроме чупа-чупс ничего не знают. Кизяк — это то, что там все делал, все делал, все делал, и никогда не стеснялся. Га купер бувау, геймар халту губичоу, вот где-то к часа 6-7, Хиннидада дуркуни цалами бичлей. Я лаки кукакукун, хиннидадай укунчав. Халахабуки укунчав. Духров короче. А павиби кикурачала никей гачатурлушал. Я варч ахарч, иде утюбе кукай ухров кунни. Я вар муку пербут, иттюбе мега кукани акунни. Короче, прошло. Я ла ахтек умей, цакас ахтек укукун. Она, наверное, простить себя не могла, и цела орчакса орчак, цурда тухтону. Хулух шатари кундур, ва цурух арва цушакунна. Хинни дадай цукундура окун чавчак. Тухкум окуса берц кунна дура окун. Если вы тоже у меня спросите цукунура, тухкум окуса берц кунна ура. Во! Тут кто-то спрашивал турецкую песню. Лично вот то просил. Туркнал Белей. Пой-пой, министр культуры. Абдул-Кадир, ты меня видишь, да? Давай. Айсал, Айсал, Аллах сизден разы олсун. Машаллах. Ну все-таки, от Турции я бы хотел бы вернуться к своему аулу, свой Дагестан, с любовью к Дагестану. Наша свадебная, законная салакская песня. Пой-пой, министр культуры. Опа! Яща! Ай, молодец! Ай, молодец! Машаллах! Ах, бабу, жан, бабу, жалин, дэ, лю, бабу, ах, бабу, жан, бабу,
Чанкаман, у нас тупает лето. Ни на какие иностранные курорты не надо идти. Лекумей, иммей, шеппей. Лекумей! Хуй-пуй! Райнер, чичау! Кихаду, крю! Безумно любят! Я тоже безумно люблю! Лекумей! Во! بچی اصور ول بچی لکون می بود تقبل بیلایتی رین بچی رسور ول جاهی جوهون تل جول لکوزونی تهبونی تورت جنوانین اثر دوخانین چی تو لقنولی خینین بچی اصور ول بچی رسور ول جول لکونی نهرین Lekumey, kuna buttel şerefim. Lekumey, lekumey, kuna beveli ujahirey. Lekumey, lekumey, juledek milike evalim. Lekumey, lekumey, jule aziz lekumey. Lekumey, lekumey, Beci beci lekunmey Ola! Bittel kuçak ser, düşür öbük ser Julelek kireli erşereyim تهمو دختون سر هونر دختی سر لکرل آهالی نهبوی بره چک بو سر توتم پیر بو سر بودتا قلبات آل دلی بچی اصور ول بچی رسور ول جوله لکو می نهرن لکوی می لکوی می خونه بودتا لشربونی لکوی Бачи, бачи,
Василяк Кульмей. Дорогие мои дагестанцы, и вот на этой апогее я бы хотел бы пригласить теперь на сцену не просто министра культуры, она очень хорошо справилась сегодня с должностью тамады, а народного министра культуры Республики Дагестан Зарему Ажуевну Бутаеву. Аплодисменты! Должен сказать, что среди всех министров культуры мира наш министр культуры самая красивая. Это даже в газете писали. Добрый вечер, дорогие друзья, или уже даже доброй ночи. Я хочу от имени всех вас поблагодарить Ахмеда за этот замечательный концерт, за этот подарок, который он сделал для всех нас сегодня. Спасибо. Спасибо, что пришли, не забыли, посчитали нужным побыть. Хочу поблагодарить за ту искреннюю, за ту неподдельную любовь к родному краю, к родной земле, к родному